В работе с современным подходом используется новый формат Open Space. Кабинеты акимов и начальников отделов для приема граждан перенесены на первый этаж. Вот мы находимся в здании районного акимата Баландинского района. Здесь у нас мы находимся на первом этаже. Как вы уже увидели, в рамках послания главы государства, слышащего государства, у нас проект реализуется, это ближе к народу, слышащее государство. Поэтому в рамках поручения акима области, аким района Ирситов Талгат Амамбаевич переехал на первый этаж. Это очень удобно для жителей города. Аким Баландинского района Талгат Ирситов поддержал проект «Открытый акимат» и свой рабочий день начал с приема граждан. На первый этаж здания акимата также переехали руководители всех отделов, в их числе и специалисты ЖКХ земельных отношений. Жители сельских округов могут обратиться со своими вопросами, не выезжая из аула, подав заявку через портал электронного правительства. На постоянной основе, ежедневно нашим отделом проводится мониторинг. Мы по системам, информационным системам проверяем, у кого какие услуги, чтобы не допустить данных нарушений. То есть на данный момент все услуги оказываются в срок. У каждого отдела имеется своя страничка, то ли на Фейсбуке, Инстаграме. Еженедельно они размещают публикации по оказанию иных данных государственных услуг. В социальных сетях можно найти всю необходимую информацию о деятельности государственных органов. Жители активно следят за новостями и имеют возможность оставлять свои комментарии, замечания или пожелания. Но есть и те, кто не может пользоваться современными технологиями. Роза Апай неделю назад получила жилье по очереди. Раньше нас с нашими просьбами отправляли из кабинета в кабинет. Сегодня аким лично принимает и доводит дело до конца, говорит пенсионер. Аким нашего района хороший, пригласили меня и четко объяснили, какой перечень документов я должна собрать. По очереди я занимала 26-е место. Столько лет ждала свое жилье, и вот моя мечта сбылась. К слову, государственные служащие держали прямую связь со всеми 45 новоселами, помогали с регистрацией и оформлением. Сіздерге келісім шарт берілді қолдарыңызға. Енді осы аптада тіркеуге аламыз. Соған дайынсыздар ма? Проект «Открытый акимат» введен недавно, но уже есть положительные результаты и отклики местного населения в разных районах области. Роза Монтаева, Ауганбек Манарбекулы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Кукше Ахпарат.